уверенный и гордый. Лютой смертью недругу грозит. Город-порт у Кольского фьорда неприступной крепостью стоит. Неприступной крепостью оказался для захватчиков Мурманск. С первых дней войны на его защиту встало почти все население. По количеству и плотности ударов этот город-герой уступал только Сталинграду. Жители Успенского собрались, чтобы еще раз вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны. Для меня мой герой – это Кудаев Иван Терентьевич. Он был сержант, танкист, сержант. Воевал во время Советско-японской войны на Амуре, в ближайших территориях. Два раза горел в танке, один выживал. Ребята из культурного центра имени Кобзона читали стихи, исполняли патриотические песни, зажигали свечу памяти. И, конечно, торжественно передали символы 9-го этапа патриотической эстафеты следующему тируправлению. Алена Марченкова участвует в подобных акциях не впервые, всегда по собственному желанию. Это и вдохновило ее на создание своего проекта. Мы проводили в прошлом году учебном такое мероприятие в школе, как проект «Звезды памяти». Мы вместе с нашей командой самоуправления провели акцию, устроили опрос среди жителей нашего села и в итоге сделали такие красные символические звезды, которые мы прикрепили к домам наших ветеранов и детей войны. Копия Знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и офицерская фуражка военно-морского флота теперь будут храниться в Одинцово. Именно здесь завершится 9-й этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».